Субботник проходил во всех уголках нашего района. На территории нового Тимоховского парка в городе Видное и на склоне бывшего имения Салацкина и будущего культурного центра. Сколько мусора пришлось собрать в этой части города, узнавала наша съемочная группа. Усадьба Тимохова-Салацкина расположена на большом возвышении среди вековых сосен. Это место, начиная со дня возведения барского дома, а было это в начале XIX века, вплоть до наших дней одно из любимых видновчанами и гостями города. С большим удовольствием они проводят здесь свое свободное время. Усадьба до наших дней дошла в полуразрушенном состоянии. Фирма «Доверно» взялась за реконструкцию построек. Но это еще все впереди, а пока руководство компании приводят в порядок территорию усадьбы. Работы по наведению чистоты начались еще в марте, а 12 апреля, в день общерайонного субботника, более 50 человек рабочих компании собирали мусор. Уже второй контейнер забиваем, и мне кажется, что мы сейчас посередине работы. Еще тут не на один час, я думаю, нам хлопот. Тут надо заниматься. Мы хотим полностью всю вот эту вот территорию между, так сказать, улицей Школьная, вот тут примыкание к Олимпийской, тут вот этот склон парковый. Мы хотим все привести в порядок за сегодня, чтобы действительно жителям города было приятно тут пройтись. Кроме мусора, оставленного гуляющими здесь людьми, на склоне много сухостоя, который в ближайшее время также будет убран. Это не в рамках субботника, это уже в рамках специальных мероприятий, которые должны быть согласованы с отделом охраны окружающей среды. Это уже другая процедура, естественно, она будет выполнена. По сохранению природы этого исторического места создана инициативная группа жителей. Но, к сожалению, не из уважаемых членов инициативной группы, которые, так сказать, очень пекутся об этом, вот, ни кто-то еще, несмотря на то, что приглашение было и было официальное письмо за моей подписью в адрес администрации Ленинского района. Но вот, к сожалению, на сейчас, уже сейчас половина 12-го, никто не пришел. Хотя мы всех приглашали к 10. Много мусора было собрано компанией и в новом Тимоховском парке. В основном пустые бутылки. Конечно, мы хотели бы, чтобы наш парк стал местом более интеллектуального отдыха. Известная мудрость о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, очень уместна здесь. Так что давайте убирать с собой мусор, уважаемые жители. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.